5 ноября 2023 года по всей необъятой Республике Молдова местные выборы. Мэры, муниципалитеты, т.д. т.п. и т.д. и т.п. А время тикает, время не работает частная власть. И понятно, что если вы сказали о пятнице, что новый заход по утверждению ГГУского правительства, если господин... Ну, не полный. Ну, 13 человек из 20. Да. 13 человек. Да. Хорошо, еще 7 можно утвердить до ухода депутатов Народного собрания на заслуженный летний отпуск. Утвердят, найдут и утвердят. И тогда что? Все финансовые ресурсы, информационные ресурсы, административные, политические, внешнеполитические будут кинуты на то, чтобы начинать готовить своих мэров для... Сколько Гузии населенных пунктов? 24? 26. 26. Для 26 населенных пунктов. Не сомневаюсь, что все мэры будут его. Угу. Слишком большие деньги будут кинуты в игру. Плюс Аргеев, плюс Аргеевский район, плюс Тараклия. Ну и что в финале, опять же, получит официальный Кишинев, кроме дембеля на голову? Ну, смотрите, я опять-таки хочу сказать, что не будет такого, потому что мы уже проходили не один раз, когда в парламентских выборах выигрывают одни, народное собрание вот, другие, а как начинаются местные выборы, полная противоположность. Люди там на месте выбирают уже партийная принадлежность, это на третьей ступени. Понимаете? И не будет такого. Срабатывает тот самый чудный, загадочный фактор, который не понимают ни в БНД, ни во французской разведке, ни в МОСАДе. Знаменитое ГГУ-ское молдавское выражение «Хай, давай».